моей семье есть традиция. Не то чтобы она была какой-то особенной, но Новый год у нас принято встречать в лесу. Почему в лесу? Зачем в лесу? Ведь гораздо удобнее провести свое время в тепле, за столом. Этот праздник мы устраиваем в первую очередь для наших детей. У меня есть сестренка. Маленькая такая шмакозявочка. Так вот, когда я вижу, с какими глазами она смотрит на эту сказку, я понимаю, что она счастлива. А когда счастлива она, счастливы мы все. Дети прекрасны тем, что верят в чудо. Почему бы не подарить им это чудо хотя бы раз в году?